Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы вам покажем программу 7G SCN Info. Сделал ее Андрей с ником CarHub. Спасибо большое, Андрей, тебе за эту программу. В чем ее преимущество и удобство? Если вы занимаетесь платами 7G Tronic коробки 722 серии, то здесь удобно ввести, например, короткую строку при замене плат, использовать эту программу очень удобно. То есть вводите короткую строку, например, вот VD-222 с первой платы серии, и получаете длинную строку полностью с кодировками, заводскую причем строку, в базе тут Siemens, Continental, более 7000 кодировок сохранено. То есть, если вы, например, потеряли короткую строку или длинную строке, сомневаетесь, у вас там в кодировках кто-то полазил, там агилити, пытались неверно включить или еще что-то, вы можете ввести свою строку и сравнить с заводской строкой, то есть полностью восстановить заводскую строку. Также мы здесь видим, что когда мы ввели первую серию, с платы с первой серии кодировку, мы получили сразу еще такие же кодировки. Это абсолютно одинаковые кодировки, в принципе. За исключением, впереди здесь индекс 4 байта и контрольная сумма последние 2 байта. Остальные вот кодировки, если вот смотреть с 0.2 начиная, они абсолютно одинаковые, что в первой, что в второй, что в третьей. Эта строка нужна для замены платы. Если вы меняете плату с первой версии на вторую, со второй на третью, то вот ваши будут короткие кодировочные индексы. Потому как, если вы меняете со второй на третью серию плату, у вас будет он изменяться, но кодировка при этом у вас остается то же самое. Меняется только индекс, первые 4 байта, и контрольная сумма. В результате получается вот такая строка. То есть, по сути, это все одинаковые строки, но для разных плат. Первой, второй, третьей версии. Также вы можете, короче, забить, например, плату, номер короткий с платы второй версии, и тут же получить кодировку для третьей версии платы. И наоборот, если вы забьете строку с третьей платы, то вы получаете, соответственно, строку на вторую плату. То есть вы можете поменять третью на вторую, вторую на третью, с первой на вторую, третью версию плат. Именно для этого и сделана эта программа, для удобства пользования. Все, кто занимается заменой и ремонтом плат, оценят эту возможность. Также и остальные участники, те, кто именно хочет, например, проверить свою кодировочную строку или сомневается в ней, здесь вы можете получить заводскую полностью кодировочную строку, повторяю, более 7000 кодировок сохранено в этой программе. Спасибо Андрею под ником CarHelp за предоставленную программу. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, пишем комментарии. Если кому-то нужна дополнительная информация, значит, пишем мне в телеграм-канал. Повторяю, отвечать буду только тем, у кого есть комментарии и подписка на мой канал. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!